Астропрогноз на 19 сентября. Овен. Звезды предсказывают вам волнение и стрессы. Лучше проведите этот день дома. Телец. Планируйте серьезные встречи, но не забывайте про отдых и романтику. Близнецы. Ваш опыт и талант позволят преодолеть любые ситуации и извлечь из них максимум пользы. Рак. Не выясняйте отношения, это может привести к ссорам и конфликтам. Лев. Отношения сегодня будут складываться ровно, от вас потребуется только оставаться собой. Дева. Не стоит экспериментировать, работайте по накатанной схеме. Весы. Не спускайте этот день на осуждение и критику, толку никакого не получите, а вот настроение испортите. Скорпион. Вам захочется бросить все на самотек, и, возможно, это будет наилучший вариант. Стрелец. Можете заняться делами, которые планируете выполнять долгое время. Козерог. Это тот день, когда вам придется помериться профессиональными навыками с руководством. Водолей. Повремените с изменениями, ведь пока что они окажутся вам не по зубам. Рыбы. Сегодня важно вырваться на свежий воздух. Это даст возможность переосмыслить последние случившиеся события.